полезное питание от производителей. Bodybuildingrussia.com – крупнейший в России магазин спортивного питания. Ссылка в описании. Привет, боец! Я продолжаю свой видеоурок, и сегодня я хочу тебе показать работу на встречу от удара руками противника. Встречные удары очень страшные, очень опасные. После них очень часто бывают нокауты, нокдауны, так как попадание навстречу противник абсолютно не ожидает. То есть суть этой работы, когда противник бьет тебя, ты одновременно с его ударом делаешь удар ему навстречу. Или рукой, или ногой. Я тебе покажу две разные эти наработки. Поэтому противник, когда бьет сам, получает в ответ. Он этого боится, начинает так уже бояться бить тебя, немножко пугается, немножко закрывается, зажимается. Подписывайся на канал, ставь лайк. В конце этого видео и под видео есть бесплатные видеокурсы по тайскому боксу, по самообороне на улице. Напиши в комментариях, получилась ли у тебя эта наработочка или нет. И удачи в тренировках! Первый модуль, задача, бросаете прямой, левый, правый. Один прямой бросаете, второй ручкой сразу перед собой прикрывается. То есть от встречных ударов. Второй номер работает навстречу. Работаете, с первым номер набрасывает, стараетесь достать его до головы. Второй номер навстречу работает. Прямые в голову работаете, боковые в голову работаете. Корпус можно встречать, можно апперкотами, можно боковыми. То есть работа, он бросает. Я встречаю. Он бросает, я встречаю. Можно бить. Через руку пробить, то есть сюда. Вы любой рукой работаете, вот любой рукой. То есть от левого прямого. Можно правый пробить голову. Можно пробить левый навстречу. Чуть-чуть встречную руку можно сбивать. То же самое, чтобы не напороться. Все встречные удары делаете немножко с уклоном. То есть под руку сюда прямой пробить. Уклон во внутреннюю сторону делаете, через руку прямой. То же самое перкоты. Чуть-чуть сбили, на подходе, как бы с уклоном, встречаете перкот. Боковой можно тоже шагом сделать, сюда зайти. То же самое с этой стороны зайти. Когда левый прямой бросает, сюда сразу уходит. Чуть-чуть вы будете рукой все равно пропускать какие-то удары. Это не важно, как и не страшно. Работаем и на голову, и на корпус работаем, потому что делали на прошлой перкоте. И он работает в спокойном темпе через раз. Я в корпус зашел, я сбоку показал, я сюда показал, я снизу показал. И правой рукой, да, раз правой, раз левой. От правой руки то же самое, правый прямой. Навстречу, левый через руку, с правой через руку. Ваша такая спокойная работа, легко работает. Сейчас встречные удары, они очень такие страшные, болезненные. Поэтому, когда бьете, обязательно перчаточкой прикрывать, чуть-чуть корпус прикрывать. Тот, кто навстречу, просто на касание обозначает. Как я работаю с словоном, так и работаем с друг другом. И такая работа вот. Все под ручку. Старайтесь поддавливать. Когда бьете встречу, еще такой момент на левой ноге. С места вы не достанете. Вы туда, не туда. Обязательно надо делать на левой ножке такой чуть-чуть подшаг. И все время отсюда вы на подшаге. То есть вы как бы идете на удар. Удара не боитесь и идете на удар. Работаем тоже навстречу, но работаем теперь ногами. Чуть-чуть попроще. Работаете прямой, да. Работаем лоу-кики внешний, лоу-кик внутренний, по передней ноге. Мидл-кики работаем, тоже под корпус. И правый, и левый. Фронт-кики работаем, тоже сразу навстречу. Навстречу. И то же самое колени работаем, тоже навстречу. То есть у вас
Эти все удары произвольно. Сейчас доставать до вас не будут. Работа будет немного проще, не так страшно. Но работайте полегче, чтобы второму номеру. Тут набрасывают не больно. То есть задача, он бьет прямой. Выставить просто прямой, да. Он бьет прямой. Бьем лоу-кик, чуть-чуть боком разворачиваемся, голову назад убираем, ножки назад. Перчаточкой одной обязательно прикрываемся. Или внешний, или внутренний бьете, все равно голову прикрываете, чуть-чуть перчаток. Или туда, или туда. Middle-kick то же самое, боком разворачиваемся, прикрываемся перчаткой. Колено, когда бьете, чуть-чуть делаем сбив. Прямой шел, сбивочку сделали, и под сбивочку сразу колено в шоу. То же самое. Голова назад, корпус назад, колено вперед. И работать. Фронт-кик вообще просто самый проще фронт-кик. То есть он уже не достанет изначально. Вы на прямой ноге просто держите. Основное. Лоу-киком, когда под прямой лоу-киком встречать. Если подобрался уже, клинчевать и колено. Клинчу и колени можно, да. Отталкивай, Славон, не стой, да, отталкивай, отжимай, за голову отжимай. И сразу, Славон, ты тоже в контратаку входи, да, с прямыми. И колени в клинче пошли. Отжимай, слайк, отжимай. Голову отжимай, руки добавляй сразу. Чуть отжал и пару прямых добавил. Хорошо, Яков, встречай, да, встречай ногами. Фронтом встречай. Угадай момент, Славон, угадай момент. После фронта сразу в контратаку пойди. Пару прямых, па-па-пам, да. Да, тоже, что нарабатывали, навстречу побросать. От рук сразу не бросаться, с дистанции, в полсилы, гатиться не надо. На корпус, на голову попереходить. Еще, бросай, выбрасывай, слайк, не жди, ты много закрываешься так. Сейчас попробую понарабатывать именно встречно, выбрасывать руки навстречу. Все, на фоне усталости побросать туда. Еще бросай, да. Голову опусти. Начинаешь задирать голову, когда идешь вперед. Через корпус, Яка. Он высокий, тебе через корпус туда. Позаходи через туда. О, через корпус. Бам-бам, корпус, голова. Да, словил, Славон, словил в бороду. О, хорошо, да.